Только школьные аттестаты, желание учиться. С таким багажом будущие абитуриенты готовятся получить профессиональное образование. На выбор в регионе представлено 46 среднеспециальных учебных заведений. В какой именно поступать, зависит от навыков и предпочтений выпускника. Приятный бонус – наличие бюджетных мест. Их на 2021-2022 учебный год выделено 4775, из которых больше 1000 по рабочим профессиям. Структурное подразделение вузов, это и организации Министерства культуры, Министерства спорта и, собственно, наше Министерство просвещения и воспитания. То есть количество бюджетных мест достаточно для того, чтобы удовлетворить потребности наших детей. Однако побороться за место все же придется. В том случае, если желающих на поступление будет больше бюджетных мест, комиссия обратится к показателям аттестата. Сами абитуриенты при выборе профессии отдают предпочтение творческим направлениям. К слову, их перечень в этом году расширен. По программам подготовки специалистов среднего звена, конструирование, моделирование технологий швейных изделий, гостиничное дело, технологии эстетических услуг. Это впервые мы набираем на эту специальность, и у нас уже почти половина группы есть. Вот 11 человек есть. Абитуриенты отмечают, процедура подачи документов не отнимает много времени. Кто-то предпочитает подать заявление сразу на несколько специальностей, кто-то уже однозначно определился с выбором. Меня уже очень давно, получается, привлекают более такие творческие профессии, либо какие-то занятия, которые требуют, получается, творческого подхода. Я занимаюсь этим очень давно, и парикмахер. Я еще не пробовала себя в этой деятельности, очень бы хотела попробовать что-то новое именно в этой сфере. Помимо профессии сферы обслуживания актуальны и другие специальности. Так, в Ульяновском строительном техникуме бюджетные места буквально на расхват. При этом в приемной комиссии признаются, им сложно выделить наиболее популярное направление. Спрос велик как на строительство дорог, так и зданий. Приемная кампания 2021 года началась уже 3 недели назад, и мы по рейтингу поданных заявлений видим, что практически все направления подготовки, которые мы предоставляем для наших студентов, очень востребованы. Приемная кампания продлится до 15 августа, а при наличии свободных мест срок подачи документов будет продлен до 15 ноября. Необходимую информацию о поступлении можно узнать на сайте выбранного учебного заведения. Александра Никитина, Александр Кудряшов. Правда ТВ.